привет, с вами Кирилл Семенов и это BBA Company. Только что мы вернулись с Sunrise, где проходил отборочный тур драм-баттла в Новосибирске. По результатам этого отборочника, четвертое место у нас занимает Костя Московченко, группа Attract. Третье место Антон Абрамов, группа Putty. Второе место Алексей Бутов, Man of Gotham и Guidelines. Ну, первое место, как и предполагалось, хотя ничего не предполагалось, занимает Валентин Михеев, группа Neverside, Aldemars и, как было сказано, еще Мишуга. И, возможно, группа Tool. Отборочный был интересный в некоторых местах, в некоторых был скучный. Это тем участникам, которые реально считают, что их выступление было каким-то таким выдающимся. Что стоит подтянуть, если кого-то интересует? Я могу подсказать. Увидимся на следующем отборочнике. Не теряйтесь, приходите, поддерживайте своих друзей. Ну и пусть победит сильнейший.